Всем привет! Меня зовут Важенин Алексей Алексеевич. Я работаю тренером по спортивной гимнастике. И сегодня мы с моими малышами покажем вам замечательную, бодрую зарядку, которую вы сможете наслаждаться и выполнять каждый день. Приятного просмотра! Сегодня на тренировке мне помогают наши будущие олимпийские чемпионы. Наша тренировка всегда начинается с разминки. Беговую разминку мы уже закончили, теперь начинаем разминку на месте. Встали ножки вместе, ручки на пояс и пошли повороты головы вправо-влево, в правую сторону начинаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, закончили. Молодцы. Встали ножки на ширине плеч. Ручки на плечики. Все. Спинка прямая. И пошли круговые вращения ручками вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Теперь пошли назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Молодцы. Ножки вместе, ножки вместе, спинка прямая, ножки соедини вместе, пяточки, голову все подняли и пошли наклоны. Три наклона ручками касаемся пола, на четыре встаем, выросли, пошли вместе со мной. И раз, два, три, коленочки не сгибаем, четыре выросли. И раз, два, три, четыре, и раз, два, три, закончили. Сели ручки перед собой, пяточки прижали. Пальчики на ручках вместе у всех. Пошли, выпрямляем ножки. Раз, два, три, четыре. Сели, спрятались. Раз, два, три, четыре. Сели, спрятались. Сели на пол, ножки вперед вытянули. Все, ручки за спинкой поставили. Спинка прямая. Разминаем наши ножки, носочки. Взяли носочки на себя. Раз. Натянули, два, пальчики, три, и расслабили ножки, четыре. Натянули носочки, раз, пальчики загнули как можно сильнее, ножки прямые, носочки на себя, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Еще раз на меня посмотрели внимательно. Носочки у всех натянуты, пяточки прижаты. Ручки находятся возле ножек. И за ручками три наклона тянемся как можно дальше. На четыре выросли. Растягиваем нашу складочку. Приготовились. Пяточки вместе, носочки натянуты. Ручки возле ножек. Спинка прямая. И пошли наклончики. Раз, два, три, четыре. Выросли. Спинка прямая. Ножки вместе, вместе ножки. Молодец. Пошли дальше. И раз, два, три. Выросли, четыре. И за ручками вперед. Раз, два, три, четыре. Выросли. Спинка прямая. И раз, два, три. Выросли. Теперь за ручками вперед потянулись. Прижали складочку на 10 счетов. Носик спрятали. Лежим. Раз, два, три, четыре. Коленочки, ручки вперед. Пять. Закончили. Сели ножки врозь. Давайте, приготовились. Ручки перед собой, коленочки, самое главное, никто не сгибает. Про наши ножки натянутые не забываем. Пошли наклоны в вкладку. Раз, два, три, четыре. Прямые ручки. Раз, два, три, четыре. Выросли. Не сгибай локти. За ручками вперед тянись. И раз, два, три, выросли. Молодцы, ребята, теперь прижали складочку. Ручки вперед вытянули, лобик прижали к полу, пузико прижимаем к полу, носочки натянуты, лежим 10 счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, колени, семь, восемь, девять, десять. Следующее упражнение у нас называется петушок. Все умеем? Нет. Не умеем? Я его почти каждый день делаю. Молодец. Ручки перед собой.
колени вместе, носочки вместе. Так, сначала давайте на меня посмотрели, потом будем делать все вместе. Пальчики смотрят вперед, ножки у нас вместе, коленочки разрешаю чуть-чуть развести. Колени прижимаем к груди на прямых ручках и держим 10 счетов, потом опускаемся, ясно? Пошли все вместе, приготовились, подняли, держим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, держи, семь коленочки-то груди, восемь, девять, десять, молодцы, приготовились еще раз, пальчики смотрят вперед, подняли, держим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ножки вперед вытянули. Приготовились обычный уголок. Умеем делать? Да. Нет. Нет? Я вот. Ну-ка показывай. Молодец. Давайте. Сейчас. Так, вот от этого сразу отучаемся. Через большой пальчик мы никогда не держим. Полностью давим ладошкой в пол. Следующее упражнение у нас называется угол. Мы поднимаем прямые ножки, ручками давим в пол. Согнутый ток. Ну давай, насколько можешь, чтобы они прямые были. Поднимаем, держим 5 счетов, ясно? Кто как может, терпим изо всех сил. Подняли, держим. Раз, два, три, четыре, пять. Опустились. Теперь давайте вы поднимаете, я смотрю. Чтобы все стараемся изо всех сил приготовились. Смотрим в камеру. Подняли, держим. Раз, два, три, четыре, пять. Закончили. Ножки подняли. Стоим в березке. Раз, носочки натянуты. Локоточки поуже. Два, до десяти. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Будем делать прыжки. Встаем, ножки вместе. Сначала смотрим. Ручки на поясе. Думаешь, допрыгнем? Ну ладно, мы, если что, вперед подвинемся. Делаем 8 прыжочков, ноги вместе, толкаясь одними носочками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Понятно? Потом встаем на правую ножку, делаем 8 прыжочков. Потом с правой меняем на левую ножку, делаем 8 прыжочков. И потом также ножки вместе 8 прыжков. Запомнили? Ножки вместе, правая ножка 8 прыжков, левая ножка 8 прыжков и опять ноги вместе. В конце походим, подышим на месте. Все запомнили? Ну давайте, первый раз не получится, если что, у нас много попыток. Все, встали на ножки. Давайте с вами все одновременно делаем шажок вперед. Хорошо. Все, теперь никто, надеюсь, до потолка не допрыгнет. Допрыгнешь. Допрыгнешь? Ну-ка покажи. Так там еще прыгать и прыгать. Ну, уже близко было. Чуть-чуть осталось. Так, встали ножки вместе. Смотри, только аккуратнее. Встали ножки вместе. Смотрим в камеру. Пошли 8 прыжочков ножки вместе. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Правая ножка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Левая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вместе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Походили на месте, подышали. Вдох. Выдох. Вдох, выдох. Закончили. Зарядка, она всегда помогает привести мышцы в тонус с самого раннего утра. Она помогает нам проснуться. Она делает нас бодрыми на целый день. И я считаю, что зарядку необходимо делать каждому человеку, независимо от того, ребенок или взрослый. Я очень надеюсь, что мы с маленькими ребятами смогли вас удивить, и вы взяли для себя что-то новое, и будете пользоваться и вставлять это в вашу разминку. Очень приятно было с вами познакомиться. Всего доброго. До новых встреч.